Друзья, добрый вечер. Вы на канале Политвера, и сегодня у меня замечательный гость Татьяна Монтян, правовед, адвокат, публицист, общественный деятель. Друзья, добрый вечер. Ой, это я не выключила. Вы на канале Политвера, и сегодня у меня звук не выключила, все. Татьяна, еще раз с вами здороваюсь, я вывожу вас на экран. Вот, и мы в прямом эфире. У меня к вам куча вопросов, и очень хочется узнать ваше мнение. И знаете, с чего хочу начать? Наверное, с темы, которая вам близка по поводу судов. Вот у нас вчера в итоговых новостях на НТВ Ирада Зейналова озвучила такую мысль. В суд мы, вот имеется в виду суд лондонский, да, выиграем, но денег с Украины не получим. Я, на самом деле, придерживаюсь такого же мнения. Ну и ваши политологи, многие в своих статьях пишут, что об этом без стеснения, на самом деле. А вы как считаете? Есть надежда, что Украина выплатит долг? Если захотят русские, то получат. Можно же арестовывать всякие там вкусные шняшки по всему миру. Было бы желание. Но думаю, что все это ограничится политиканством и болтовней. Ну, то есть не, в итоге-то? Если будет желание, то получат. Но думаю, что желания не будет. Нет, у России-то желание, может, и будет, а у Украины будет возможность? Думаю, что желания не будет, потому что за эти 3 миллиарда Россия будет на всех углах болтать языком, что вот Украина ничего не платит, а-ля-ля. Но МВФ вроде как заставляет Украину что-то там реструктуризировать, уладить вопросы с Россией и все такое. В общем, все ограничится галимейшим политиканством, как и всегда. А вы же знаете наверняка, что именно в лондонском суде адвокаты достаточно сильные у Украины, и там выбрана же... Кто там сильный? Ну так пишут, я не знаю. Я довольно-таки глупая. И байки про то, что это была какая-то там политическая взятка, это же вообще полная чушь. Угу. Лондонский суд этот бред даже слушать не стал и рассмотрел дело по ускоренной процедуре. А я, знаете, о чем хотела спросить? Там же говорят, украинская сторона, что не могут выплачивать, потому что была аннексия Крыма и война на Донбассе. А госперевора не было? Про это не говорят. Кто заставлял делать госпереворот? Кто заставлял всю эту шваль делать госпереворот? Россия, что ли? А я, кстати, знаете, вот... Порядок вообще произошедших событий. Сперва был госпереворот, а потом уже аннексия Крыма. Вот раз уж мы про это заговорили, про переворот, сегодня читала... 2002 годом, там было интервью с Юрием Луценко, в которой я была на самом деле в шоке. Он говорил о том, что почему Ровно переименовали в Ривны, почему... Собака лает, караван идет. Все эти швали будут гавкать то, что им здесь и сейчас, за что им здесь и сейчас платят их хозяева. Фарионша когда-то была преданной коммунисткой. Угу. Там, всякие тигнисраки пытались эмигрировать в Израиль. И все такое. Эти твари меняют свою точку зрения в зависимости от того, за что им предлагает полаять хозяин. Поэтому всерьез воспринимать чушь, которую несут все эти мрази, ну это просто как-то глупо. Ну, раз уж мы... Сегодня они коммунисты, завтра они нацики. Угу. Послезавтра они станут еще кем-то, пришельцами с Альфа Центавры. За что им платят, зато они и будут тявкать. Ну, то есть я правильно вас услышала? Это же 2000... Завтра придет Путин, они станут мрачными русофилами. Поэтому не обращайте внимания на чушь, которую они несут. Это просто шваль без каких-либо убеждений. Но единственное, это... что они идейно любят, это бабло. Из-за него они готовы на все. Служить любому хозяину, без разницы, кому именно. Ну, 2002 год. А что, тогда уже...
Ну, Юра Луценко – это Юра Луценко. Ну, нашли вообще, на что обращать внимание, на бредни этого алканавта. Он обкомовский сынок. Угу. Тварь, выросшая на черной икре, потомственный алкоголик. Понятно. Сейчас, секундочку, у меня эхо пошло. Сейчас нету, да, можно продолжать. Так вот, если опять вернуться к теме госпереворота, тот же Луценко говорил, что ни в коем случае, ну, сейчас он говорит, конечно, все наоборот, на 180 градусов, но тем не менее, что ни в коем случае нельзя там язык вводить украинский, потому что это разделит страну. Про УПА он там говорил в той же статье. Да, да, да. Я к тому, что все понимали это, да, еще в 2002 году. Зачем тогда после переворота в 2014 году начали именно с этого? Чтобы намеренно расколоть страну? Для того, чтобы уничтожить страну. Им за это заплатил Сорос с наглосаксами. Им было заплачено за то, чтобы уничтожить Украину. Они ее уничтожают ускоренными темпами. Они ликвидационная комиссия, нанятая ликвидационная комиссия. А вот зачем Сорос хочет уничтожить Украину, я не знаю. Но зачем тварь уничтожает страны одну за другой, я не в курсе. Наверное, его в аду черти спросят. Я уже говорила, что когда эта мерзкая старая мумия сдохнет, в аду объявят технический перерыв. Зачем он уничтожает страны и народы, я не знаю. Никакой прямой выгоды для него от этого я лично не вижу. Но он же зачем-то это делает. Он в любой стране долго и упорно селекционирует самый отпетый человеческий биомусор и целенаправленно приводит его к власти. Мы в Украине наблюдаем все это уже много-много-много лет. И у него все получается, потому что он инвестирует в это достаточное количество денег. Противостоять этому практически невозможно, потому что таким суммам денег сопротивляться просто никак. У нас нет ресурсов этому сопротивляться. Радио «Тысячи холмов» непобедимо. Это доказано не только нами. Хорошо. Сейчас тогда вопрос вот такого плана. Что-то изменилось? Что-то изменилось в темниках, или, я не знаю, в политикуме, в головах. Сейчас вы объясните. Я процитирую просто. Гордон задал вопрос губернатору Закарпатья Москалю. И вернет ли Украина Донбасс? Ну и получил ответ. Если честно, нет, ответил Москаль. И тот же самый ответ он дал и по поводу Крыма. По тем же грифам «честно». Там Киева, да? Один из первых, кто переобулся в воздухе. Причем уже несколько месяцев назад. Там Гордон там орал за революцию гибности так, что жабры заворачивались. И он один из первых начал орать, что вот это была ошибка. Эта тварь переобувается в воздухе всегда одним из первых. Наверное, он что-то почуял, или ему кто-то что-то сказал, ну или я не знаю. Ну, Сорос-то проиграл в Америке. Вот, и поэтому пришли новые веяния, и кто там знает, что там будет в самой Америке. Кошка бросила котят, ну а дальше не будем цитировать, все и так знают продолжение этой прекрасной пословицы. Трампу такое сказочное наследство, как коррумпированная до мозга костей какая-то сраная Украина за морями и океанами, нужна как собаке восьмая нога. Зачем ему этот геморрой? Он совершенно Украиной не интересуется, она ему не нужна в принципе. Вашингтонский обком указаний не раздает, а эти твари, брошенные на произвол судьбы, творят тут такое, что просто майка заворачивается. Начали внутривидовые разборки, то есть доламывают страну ускоренными темпами, и совершенно непонятно, вспомнит ли Трамп когда-нибудь о нас. В ближайшее время, скорее всего, нет, потому что у него хватает своих разборок у себя в Америке. Мы-то ему зачем? Он всю эту мерзость к власти не приводил, и разгребать это говнище Сороса и демократов совершенно не намерен. В
Скорее всего, он пустил нас на самодек и смотрит, как будет выгребать эти говномутные нервы, которых посадил Трамп власти. Вернее, фу, господи, Сорос с демократами. А что по поводу Киева скажете? Слышали же, да, что он сказал, что нужно садиться за стол переговоров? Тоже переобулся? Да это все болтовня, какие столы, кто с кем собирается, куда садиться. У нас вся эта война уже вошла в самоокупаемость. С нее кормится такое количество всякой мрази, что прекращать ее в ближайшее время никто не собирается. От мелких сявок с волонтеров, которые очень нехило поднялись на клянчении денег нашим доблестным воинам света и добра, и до силовиков, которые на контрабасе рубят такие бабки, что майка заворачивается, она всем очень-очень-очень выгодна. До всякой шантропы, которые были в своем селе никем и сшибали на бутылку, а тут они пошли в контрактную армию по 10-15 штук получают. Да где же они такие бабки заработают? Война крайне выгодна такому количеству народа, что в ближайшие 100-500 лет она не прекратится. Он в Балаклее сколько продали оружия, а когда речь зашла о ревизии, там немедленно вспыхнули склады. Ну и так далее и тому подобное. Осталось периодически валать, что вот-вот Путин нападет, а тупорылым-то все равно невдомек, а чё ж это Путин не нападает, если он собирался? Вон еще есть куча мест, через которые он может напасть. Чё он, например, через Чернигов-то не нападает? Почему он должен нападать исключительно вон там, где эти твари пилят деньги? Вот. А нашим лохопетам можно навешать на уши все угодно. Я же говорю, радио «Тысячи холмов», оно ж настолько всесильно, а никто ему не противостоит. А людей с критическим мышлением, извините, в любом обществе 2%. Они и так все понимают. А всем остальным можно на мягкие доверчивые уши вешать лапшу в любых количествах. Вы знаете, по поводу, вы сказали про 2%, я как раз хотела задать вопрос. Я смотрела у Константина Бондаренко, социология была, и он дает такие цифры, что соглашение об ассоциации с ЕС положительно оценивают всего лишь 14,9%, 32% оценивают крайне негативно, 35% считают, что не дало результатов, и 70,5% выступают за исключительно мирный путь решения конфликта на Донбассе. Ну, то есть люди-то не хотят войны. Дело в том, что это сейчас так. Да. А когда весь этот цирк был на Майдауне, миллиард раз объясняли, что в этом соглашении в принципе не может быть ничего хорошего, потому что никогда, 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 никакая Европа даже гипотетически не может желать нам добра. Мы для них быдло и источник заработка. И никогда ничего хорошего они не могут нам принести в принципе. И когда говорили 100-500 раз, да почитайте вы это соглашение, дебилы, за что вы прыгаете, никто ж не хотел его читать, когда их тыкали их тупыми шелудивыми носами, посмотрите, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, для нас сплошное невыгодное соглашение, что ж вы делаете, за что вы прыгаете, а что ты тут рассказываешь, у нас тут будут зарплаты по 5000, евро до пенсии по 500, кто вам это сказал? Какой безвиз? Что за бред? Народ зазомбировали просто в тупую. И ничего с этим нельзя было поделать. И вроде как вменяемые люди там с высшим образованием и даже не с одним. Вот оставалось только с бессилием наблюдать, как людей просто какая-то умственная чума охватила. Они реально верили в весь этот бред, который вещали всякие яцунюки и прочие скоты с этой сцены Майдана. То есть вот даже вот, я не знаю, там, страна дураков. Даже в то, во что вот вещали глупому Буратине, Лиса Алиса и кот Базилио, и то проще поверить, чем в то, что Европа желает нам добра. Да когда такие наглосаксы желали нам добра? Ну это же бред. Априори бред. Нет, поверили. Обалдеть. А вы же уголовный адвокат, адвокат по уголовным делам. Скажите,
А что про ситуацию в стране говорят в уголовном мире? Они вообще каким-то образом... Наши бандиты в шоке от такого наглого и тупого грабежа. Даже бандиты. Но я вам хочу сказать, что Петя Порошенко, он хуже всех бандитов вместе взятых. Я-то его знаю с незапамятных времен. Я с ним судилась по поводу общак, которые он отжимал в уставники своих всяких предприятий. Вот, в частности, общага на Сурикова 5, которую он отжал в уставняк Ленинской кузни. Я же вообще на самом деле разруливала по этим общагам с разными бандитами. Вот обычно там, ну как с бандитами, все очень просто. Им сидишь и считаешь, вот смотрите, ребята, в общаге живет такое количество людишек, которых вам надо отсюда выпереть, чтобы забрать это здание. Вот столько-то денег вы потратите на суд, столько-то на ментовку, столько-то на прокуратуру, столько-то занесете в фонд Держмайна, столько-то там заплатите браткам, чтобы выкинуть людей. Общая сумма такая-то, если поделить на всех людишек, получится столько-то. Вот столько вы там потратите месяцев времени, вот столько вы пропьете на радостях, там все такое. Если поделить на всех людей, получится столько-то. Вот если за скорость накинуть там еще там по сотке двое там баксов, там, да плюсик в карму, все такое, получится так. А вот посчитайте сами. Если вы сейчас отдадите людям эти бабки, они сами отсюда уйдут, еще и вам руки поцелуют на радость. А вот разве не выгодная сделка? Говорю, тем более, видите, братки, вам в жизни повезло. А может, вы чью-то мамку из общаги выгоняете, пока там какой-то пацан там на зоне чалится. Ну, то есть вот всегда можно по-человечески разрулить, договориться. С большинством всегда получалось без проблем. У меня лично вообще. А вот с Петей так не получалось. Я ему говорю, Петя, ну ты что, дебил, говорю, ты же уже выкинул на все эти суды, прокуратуры, там море баблища. Если ты половину этого бабла отдал этим людям, они бы сами свалили, целую тебя руки, а то и другие части тела. А что я должен этому быдлу что-то давать? И вот в процессе общения с Петей я поняла, что это у него просто вот цель такая, вот именно выкинуть людей голыми и босыми из общаги, не заплатив им ни копейки. Вот если с бандитами можно было договориться, они наоборот рады были побыстрее решить вопрос и выкинуть людей, чтобы они хоть что-то себе взамен купили, то есть если в бандитах было, которые там на стрелке ближнему своему горло перережут, хоть что-то человеческое, с ними можно было по-человечески как-то договориться, то с Петей по-человечески договориться нельзя, потому что Петя не человек. Это сгусток какой-то черной материи, сгусток говна. Он хуже всех бандитов, какие только вот существуют на белом свете. Это мразь отпетейшая. Поэтому, когда вот люди за него голосовали, я только смеялась. Я говорю, подождите, ребята, скоро вы узнаете, почем дробиджане рубероид. Вам эти 54% еще гикнутся, еще как. Потому что я знаю эту мразь из мразей. Вы будете знать, потому что я с ним по делам сталкивалась, потому что я не могу понять, вот с какой целью ему вот надо было именно выкинуть людей на мороз, баб с детьми, бандитами из этой сраной общаги без копейки денег. Вот я его понять не могу. Говорю, бандиты, головорезы охотно соглашались дать людям денег и спокойно их выселить, и люди были довольны, и бандиты довольны, и все нормально. А вот Пете надо было именно выкинуть без копейки. Зачем, не знаю. Вот ну, такое. И сейчас почти такая же ситуация, да, происходит, что когда... Со стороны это он делает то же самое, что с этими людьми из общаги. Вот именно то же самое он сейчас делает со страной. Вот такое оно существо. Такая вот эта мразь. И ничего остановить не сможет. А как его остановить? Остановит его разве что такая же мразь, как он сам, там, мразотник Аваков или еще какое животное такое же, как Петя. Аваков, может, давно бы госпереворот сотворил, но он не знает, признает ли его Трамп, а сам он не решается без перспектив признания. А вы как оцениваете вероятность досрочных выборов или переворотов? Я не знаю, что эти твари замутят. Что угодно может случиться. Может кто-то решится на политическое убийство, еще на что-то. У них же 205 дней на неделю, они же чокнутые.
Завтра какая-то тварь упорец гранатомета по ради там, или по кабмину, или еще почему-то, или бомбочку куда-то заложит. Они ж невменяемые твари. Люди, которые за бабки Сороса развалили собственную страну, уничтожили такое количество народа, развязали гражданскую войну, они способны на все. Ну, это страшно, конечно. Но они конченые, они просто конченые. Кстати, здесь вопрос был еще. Никуда. Сейчас, ну, это в тему вопрос из чата. В 2018 году начнутся самый там пик, да, 18-19 год по выплатам, по кредитам. И спрашивают ваше мнение, какова территория Украины будет к этому моменту? Не имею ни малейшего понятия. Странно вообще, что мы эту-то зиму пережили. Очень странно, что всего-то там Шулявский мост развалился, еще там чего-то там, что техногенных катастроф было не очень много. Пока что нас тянут. Трамп только-только-то победил. А вот что будет дальше, непонятно. На самом деле от нас все устали, мы никому не нужны. Впихнуть нас Путину не удается. Вот. Что будет дальше, непонятно. Мы никому не нужны даже даром. Брать на содержание такую шоблу, совершенно разбалансированную страну, люди, из которой разбегаются толпами, и где 15 атомных станций, которые вот-вот станут неконтролируемыми, просто непонятно, что будет дальше. Еле-еле страна тянет, просто уже, но инерция заканчивается. Уже все, инерционное движение на последнем издыхании. Но ресурсы дожирает война. Сегодня прочитала Станислава Речинского, это же у Турчинова, да, он, по-моему, был спикер. Да, да. Так он написал, что любые транши МВФ в нашей ситуации бессмысленны. Абсолютно. Они будут или раскрадены, или пойдут на обслуживание предыдущих траншей. Да-да-да. Это бездонная бочка, это просто таскание воды решетом и поливание пустыни. Но МВФ дает при этом. Но МВФ-то дает себе фактически, это перекладывание денег из одного кармана МВФ в другой. В МВФе сидят такие же подонки, которые точно так же воруют деньги. Ну посмотрите на этих МВФовцев, они столько стран уже разрушили, почему бы нашу не добавлять, не допинать? Понятно. Мы обречены. Мы просто обречены. Нас просто пустили на съедение. Я не удивлюсь, если кто-то проводит эксперимент. За сколько лет можно развалить такую страну, как наша? За сколько можно полностью дебилизировать когда-то вполне образованную, грамотную, белую страну? Вопрос из чата. До уровня полной папуасии. Критик системы спрашивает, перспективы прихода к власти националистов, как вы оцениваете? Ну, могут и прийти, ну и что? Что они сделают-то? Свалота, он уже приходила в парламент, и что? Они ж кроме как нявкать ничего не умеют и лозунги орать героям сала. Они не способны ни на что конструктивное, кроме орания лозунгов. Пользы-то от них никакой. Слышала, Бортник, по-моему, говорил, что у меня тоже он был в эфире, говорил, что а толку от того, что придут они, власть захватить несложно, а что потом делать-то со стороны? Держать, а что с этой властью они будут делать? Они же совершенно тупые, безграмотные, невменяемые дебилоиды. Что они будут с этой властью делать? Ну, это было 100 лет назад, почитайте Паустовского, почитайте Булгакова. Все это было описано, все это, собственно говоря, уже было. Ничего нового. Поорут лозунги, да и разбегутся. А расскажите, наверняка вы в курсе, ну, во-первых, Шокин, что с ним, где его сынок, почему он вдруг появился на сцене, и Пшонка же, да, появился? Мы все ждем, чем закончится судебное разбирательство. Ну, естественно, что без разрешения Пети он даже пописить не ходит. И если суд его внезапно восстановит, то ясно, что это договорняк,
Ну, ходят слухи, что Юхочка у нас пойдет то ли премьером, то ли еще кем-то, потому что в прокуратуре с Юрой толку, как он там такой же генпрокурор, как у собаки пятая нога. Ну, как генпрокурор без юрообразования? Он каждый день такое что-то утворяет, что просто уже народ устал смеяться. Если Шокин вернется, это будет значить, что действительно Вашингтонский обком больше не дает никаких руководящих указаний. Помните, Шокина попер лишь потому, что американцы хотели его попереть. Ну, значит, будет какая-то там перестановка, там, чтобы коалиция не развалилась, там Ляшко дадут денег, чтобы подкрепиться. Ну и вперед из песни. Перемешают то же самое дерьмо в той же самой бочке, чтобы немножко еще там продержаться и дограбить страну. Вот. Но опять-таки долго они держаться не смогут, потому что у них просто нету для этого ресурса. Народ нищает, долги растут. Что будет дальше, непонятно. Довольно небольшой сегмент населения еще имеет возможность за что-то там платить. Только те, кто получают доходы в валюте, только те, кто присосался к каким-то баблопотокам. А в основном народ нищий, просто нищий. Там люди довольно приличного вида уже лазят по помойкам, даже в моем довольно благополучном районе. Ну, жутко такое слышать, такая благополучная страна. Страна просто разваливается, как там, страна умирает, как древний ящер с новым вирусом в клетках. Но при этом я много раз слышала от вас, что вы не собираетесь никуда уезжать. Ну, я смотрю за этим процессом. Я наблюдаю. Как же не понаблюдать за таким интересным процессом? Страну безумно жалко, но кто-то же должен за этим смотреть и документировать. Хорошо. Я еще хотела спросить у вас по поводу слов Лещенко, который сказал про Гройсмана, что тот уже начал вести свою собственную политическую игру. Ну да, с изяществом барыги с Винницкого базара попытался что-то там тоже оседлать, какие-то потоки. Вот. Не знаю, что он там мутит, успехов ему. Думаю, что если Петя почувствует реальную угрозу, то быстренько его попрет. А что Юля? Тимошенко? А Тимошенко, как, расскажите про нее, ее не слышно в последнее время. Я не имею ни малейшего понятия, она пытается что-то достучаться до Трампа, но я думаю, что там уже Трампу все про нее рассказали, начиная с ее гешефтов с Пашей Лазаренко. Уж чего-чего, а инфы про Юлю в Америке немерено. Я думаю, что там Мата Борщ уже там или кто-то еще уже притащили Трампу небольшую объективочку про нашу Юленьку. А на нее есть? А с нее же все дела закрыты на ее, вот, в отличие от Луценко. Ну и инфы-то, я же говорю, начиная с ее гешефтов с Пашей, в Америке про нее инфы, ну просто буталина на буталиновой фабрике. Понятно. Ну, можете каким-то образом прокомментировать скандал с газовой вот этот абонентской платой? Примут этот закон, не примут, для чего его? На самом деле, это довольно-таки логичная тема. И по энергопротоколам, когда по уму это делается, когда одни добывают, другие транспортируют, третьи обслуживают непосредственных абонентов, так и должно быть, когда транспортирующие компании получают четкую оплату за транспортировку. Но это же в нормальных странах, там, где эти компании проложили сети, там, где люди четко знают, что вот нам проложат эти сети, и мы будем платить абонентскую плату. Но не в нашей стране дураков, где все село скидывается на прокладку сетей, а теперь этим людям говорят, вот вы скинулись на прокладку сети, а теперь вы будете за это еще и бабки кому-то платить. То есть получается, как всегда, когда у нас пытаются переставить мотор с Роллс-Ройса, в нас горбатый Запорожец. Машина в итоге не едет не потому, что мотор от Роллс-Ройса плохой, а потому что он просто не становится в горбатый Запорожец. Понимаете, для того, чтобы сделать удачную трансплантацию, не просто должен быть хорош донорский орган,
а еще и реципиент должен быть готов этот донорский орган принять. Должно быть два компонента. Нельзя просто так взять даже самый лучший донорский орган и пересадить его хер знает какому алкоголику, наркоману и дебилу. Нельзя просто так, без подготовки реципиента, сделать пересадку. Для того, чтобы грамотно что-то пересадить, независимо от того, донорское это сердце или какой-то институт, с другой стороны, необходимо провести предварительную подготовку, необходимо знать местные условия. Так вот, у нас это не покатит, потому что наши сети, они очень разнообразны. И очень в большинстве своем наши сети проведены самими людьми за их счет. И, конечно, люди говорят, а не пошли бы вы нахер, дорогие наши правители. Мы эти сети сами прокладывали за свои бабки и нихера вам, твари, платить не будем. К тому же нету никаких расчетов, никаких финансовых обоснований, почему надо платить именно столько. И поэтому это многомудрая реформа, ай-яй-яй, а давайте-ка мы с вас сдерем деньги за сети, натолкнулась на такое вот ожесточенное сопротивление. Вот и все, потому что никто ничего никому не объяснил, поэтому сама по себе идея очень даже ничего, но ее воплощение в наших условиях, мягко говоря, сопряжено с непреодолимыми трудностями. И я не знаю, как эту идею куда-то там впихнут. Большинство людей просто нахрен откажется платить, которые сами за свои деньги прокладывали сети, потому что они в упор не понимают, почему они должны кому-то платить бабки за собственноручно, за собственные бабки проложенные сети. Ну так. Но это может стать каким-то катализатором, потому что, ну, вы знаете, да, что вот это состояние погружения в болото, хочется, чтобы... Это может стать что угодно. Как говорится, никогда неизвестно, какая соломинка в конце концов переломит горб верблюду. Какой-то катализатор сыграет, но какой именно, никогда ж неизвестно. Какой черный лебедь прилетит и накакает на голову этим тварям уже с концами. Ну, какого-то они дождутся, конечно. Понятно. Этот бардак не может продолжаться вечно. Они таки народ чем-то да доведут. Но если цель такая была изначально поставлена, как вы сказали, с 93-го года, да, эта цель? Почему я говорю, что с 93-го? Потому что до 93-го канадцы, американцы пытались здесь вести какие-то проекты по формализации собственности. То есть вот единственное, с чего надо начинать в любой стране, что уже сделано практически во всей Африке, что делают вообще любой хозяин, это формализует собственность. Чтобы чем-то управлять, надо знать, а чем я вообще управляю. Уборщица, когда приходит на работу, первое, что спрашивает, а что мне, собственно говоря, мыть? Какую территорию? Что я для этого буду иметь? Сколько у меня тут ведер, швабр, тряпок, веников, щеток, порошков и всего остального, так ведь? Любая уборщица первое, что сделает, это спросит вот эти вот вопросы у работодателя. И сколько вы мне бабок за это заплатите? В какое время мне надо это мыть, чтобы вы мне тут ноги не поднимали, чтобы когда вас не будет на работе, так же? Да. Точно так же, чтобы чем-то управлять, надо знать, чем управляешь вообще. А мы живем под собой, не зная страны, не видя страны. У нас нету ни реестров, ни кадастров. У нас кадастр заполнен на 11%, все остальное мы понятия не имеем, кому принадлежит. Ну так сейчас, извините, пожалуйста. Жопа, мы понятия не имеем, чьи у нас заводы, газеты, пароходы. Вот только сейчас начали эти декларации, чтобы хотя бы наши англосаксовские хозяева знали, что кто чего там сколько спиздил. А до того у нас же вообще ничего нету, и до сих пор нету. Мы ничего не знаем о собственной стране. Так вот, до 93-го года они там пытались что-то с нами делать. А потом они жестко блокировали любые попытки вот хотя бы вот провести реестризацию, кадастризацию, что натолкнуло меня на мысль, что они целенаправленно страну гробили, они блокировали любые попытки вменяемых людей вот хотя бы завести дискуссии на эту тему,
А когда я была в Америке в 2008 году и говорила на эту тему с поэтом, он на меня посмотрел таким взглядом, знаете, как у Булгакова, догадалась, проклятая. То есть вроде как все было понятно с товарищами на голосах сами. Когда они провернули оранжевую революцию и начали нести весь этот оранжевый бред, вот, вместо того, чтобы хоть чем-то помогать стране, начали развивать все эти натюковские темы, все стало вроде как понятно. Тогда у них не удалось. Вот, но тупорылые донецкие ничему так и не научились. Вот, и со второго раза революция гидности полностью получилась. Все удалось, все чудесно, все прекрасно, страна развалена. Так, а сейчас вот кредит МВФ же дадут при условии земельной реформы, которую объявили вот. Грозно. Мне очень интересен этот эксперимент. Потому что сельское хозяйство вообще, в принципе, развивать можно и получать от него доход только в том случае, если хоть, есть хоть какая-то защита права собственности. У нас же слишком огромные территории, и никакого шанса, что если ты посеял, то соберешь урожай тоже ты. Постоянные скандалы, что кто-то посеял, приехали рейдеры и забрали. Кроме того, пшеничные поля очень хорошо горят. То есть для сельского хозяйства, особенно крупнотоварного, нужна все-таки хоть какая-то защита права собственности. Иначе придется строить просто бандустаны с колючей проволокой и очень много денег тратить на физзащиту посеянного и так далее. Или сеять то, что не горит. Вот. Поэтому мне аж самой интересно, что они там мутят. И что из этого выйдет? Вот это самое интересное. И спровоцирует ли вся эта купля-продажа земли заполняемость повышенную кадастров? Очень интересно. Вот наблюдаю с большим интересом. На самом деле у нас все эти купли-продажи давно формально и неформально идут. Я, например, знаю 52 способа купли-продажи сельскохозяйственных земель по различным схемам. Это при том, что я уголовный адвокат, а вовсе не сельскохозяйственный. Вот. На самом деле все давно куплено, продано и перепродано по различным схемам. Но, естественно, нигде ничего не учитывается, но по различным схемам все земли давно прибраны к рукам. Проедьте по Украине, все засеяно, перезасеяно, найдите, попробуйте хоть кусок какой-то гуляющей земли. Все земли у кого-то есть. Не, ну то сейчас будет интересная, конечно, история про какую земельную реформу тогда. Поэтому все эти сказки про якобы то, что у нас земли не продаются и что у нас нет оборота сельскохозяйственных земель, это все для лохов ушастых. Все у нас отлично есть. Отличный у нас оборот сельскохозяйственных земель, но теневой. От того, что он теневой, страдают только мелкие аграрии. А это очень выгодно всяким холдингам. Агрохолдинги просто тащатся, как ужи по пачке с дустом, от того, что у нас нету легального рынка земли. Вот посмотрим, что будет, если вот такие попытаются ввести там хоть в каком-то виде все-таки легальный земельный оборот. Вот жду с нетерпением. Так, я вот про вашу историю, ну, вашу тему, то, что нет кадастра земельного, давно же уже... Он есть, но там просто ни хрена нет, он пуст. Там до Речелева... Так, а может быть, из-за этого его и не заполняют, что легче поворовать землю потом, таким образом, там, присваивать? Что-то глючит. Алло, да, ну сейчас я вас... Вы меня слышите же? Да, да. Я спросила, говорю, так может быть этот кадастр не заполняют, потому что проще же уводить вот эти теневые всякие схемы проворачивать. Так вот мне интересно, что будет ли он заполняться, если у мелких аграриев появится возможность
легально толкануть свои земли. Представляете, как обидно подыхать от рака в нетопленной хате без возможности продать свой несчастный пай? Вот. Людям обидно. Представляете, что было бы, если бы горожанам запретили продавать свои приватизированные квартиры? Вот бы они взвыли. А селяне не люди, им можно запретить продавать свою собственность. Представляете, какие твари бесстыжие. Ужас. При этом по схемам отбирают аж бегом по договорам аренды у бедных селян. Подонки. Ну, я не селяне. Твари, которые валают против продажи, это, конечно, чудовище, которое ждет девятый круг ада. Я еще, знаете, что хотела спросить? Ну, ваше мнение. Я мониторю украинские СМИ, и мне кажется, что сейчас почему-то Западная Украина стала в гораздо большей оппозиции, чем центральная. Там Луцк, да, сегодня в Ужгороде сожгли Мерседес полковника милиции. Там, вот с чем это связано? Вам так кажется или нет? Или как-то... Нет, везде все примерно одинаково. Одинаково? Ну, примерно одинаково. Если где-то что-то сожгли, то, скорее всего, какие-то личные причины, у кого-то что-то там отжали, ну, то есть ничего особенного. Ну, хорошо. Теперь спрошу, сегодня была информация о том, что в Минск приезжают помощники, от России будет Сурков, которые будут готовить нормандскую четверку. Ну, и по поводу Минска, ваше мнение. И по поводу Суркова, естественно. Ну, Минск накрылся медным тазиком, это уже как бы было понятно изначально. Я ж уже вам ответила. Ну, я вам ответила. Экономика войны, она слишком выгодная, целая куча народа. Поэтому до тех пор, пока она выгодна, народ будет воевать. Хорошо. Пока устраивает... У всех все хорошо. Я хотела немножко о другом спросить. Вам не кажется, что Минск умер, да, ну как бы это уже всем практически ясно, что его позаменят на другое, что-то поменяется, какое-то другое формат? Наверное, поменяют на какой-то другой формат. Наших ублюдков могут заставить что-то делать только под угрозой чего-либо. А вот если чем им угрожать, и собирается ли кто-то это делать, я ж не знаю. И узнаем мы об этом только по факту. Ясно. Пока что я не вижу никакого желания ни у кого что-то там с ними делать, как-то их пугать и так далее. Я боюсь, что только непосредственная угроза проблем на наших атомных станциях может заставить сильных мира сего призвать к ответу этих мразей. Честно говоря, ничего другого я не усматриваю. Всем наплевать, что они тут чудят, что они творят, и никто с ними ничего делать не собирается. Ну, при этом же понимают, что это очень опасно, взрывоопасно. Это понятно, что все это понимают, но никто не хочет связываться с этим дерьмом вот здесь и сейчас. У всех хватает своих проблем и без наших уродцев. Все это, знаете, откладывают на потом. Типа, ой, эти твари, боже, ну давайте не сегодня. Ну, как обычно, знаете, ну все люди склонны вот откладывать неприятное на потом. И ждать, когда жареный петух клюнет в задницу. Ну, как-то все так мрачно. Ну вот как-то так. Хорошо. Сейчас, секундочку, эхо опять пошло у меня. В чате спрашивают, можете сказать что-то, как развивается дело с Вороненковым? Там... А как оно должно развиваться? Ну, там нашли... Рухнули обычные нацики. Которые были оскорблены тем, что ему дали гражданство, в то время как там толпы россиян, российских нациков, воевали там за Украину, так им никакого гражданства давать не спешили.
в то же время какому-то московскому жулику немедленно дали гражданство. Конечно, наши нацики очень сильно обиделись. Вот, и грохнули Вороненкова. Никаких там других подоплек лично я не усматриваю. Никакой политики, то есть, да, то чисто вот... Какая там политика, какой-то черт в красных кроссовках, господи, с него киллер, как с меня балерина Большого театра. Ну, посмотрите на него, господи. Киллер убил, например, моего однокурсника Макса Курочкина. Того киллера никто так и не нашел. Киллер – это очень высокооплачиваемая и очень сложная профессия в криминальном мире. А этот лох в красных кроссовках, он не киллер. Я слышала, там верно, что вообще это идиот. Господи, ну все же видели это видео. Ну, может быть, бред, конечно. Там никакого профессионализма и близко не было. Ну, посмотрите видео. Это смешно. А по Васильцу скажите, вы же защищаете, вы же сейчас видите, да, Семенов, все очень печально, только-только передали дело в другой суд, потому что в суде, в котором Бердичевском слушали это дело более года, кончились судьи. Как? Теперь вся эта бодяга начнется заново. Ну, это стандартная ситуация. Люди ни за что, ни про что больше года уже сидят, и теперь все это начнется снова. Вот просто ни за что, ни про что люди сидят больше года. И ничего не сделаешь. Пытались отбиться, никак. А судьи кончились, это что имеется в виду? Судьи кончились, у тех полномочия кончились, те уже были заиграны по делу. А у нас сейчас в огромном количестве судов вообще нет судей с полномочиями. Вот, еще в большем количестве судов невозможно сформировать тройки. Из-за этого люди сидят просто в ожидании? В огромном количестве судов судей впритык, то есть если один судья болеет, тоже невозможно сформировать коллегию. А какая клоунада творится сейчас с набором в Верховный суд по объявлению? Ну то есть эти твари, которые совершили госпереворот, развалили все, что только было. Полицию развалили, генпрокуратуру превратили в цирк, СБУ превратили в клоунов. Сейчас вот доваливают суды. Все, что только хоть как-то еще вот работало, они просто все изничтожили. Они как Мидасы наоборот, все, к чему они прикасаются, превращается в говно. Про Евровидение, наверное, так же, да, скажете? Ну, я вообще не смотрю всю эту клоунаду. Ну, вон, сегодня же пранк опубликовали, сказали, что эти черти с Евровидения, что эта Джамала вообще не должна была победить. И что, возможно, перенесут, еще сказал? Ой, знаете, это такое благо будет, если перенесут. Ну, наверное. Хотя все деньги уже распилены. Что делать будут? Все уже украли все, что только могли. У всех уже все хорошо, кто к этому причастен. Ясно. Нищая страна. Вот это оно надо тратить столько денег на какую-то клоунаду. Как будто больше не на что деньги потратить. Тут мосты падают. Нет, надо потратить деньги на какую-то чушь. А Порошенко выгодно будет? Просто смотрите, там же дата 9 мая, да? 9 мая, ну, скорее всего, там и националисты, радикалы выйдут, а это же еще и праздником объявлено. Обычно, так он объявил 8 и 9, так компромиссненько. Думаю, что будет очередное побоище. Ну, то есть, получается, ему выгодно, чтобы не было, не видели вот этого всего? Понятия не имею, что он там себе мутит. Но немножко уже ситуация поменялась. Вот. Если раньше люди и пискнуть боялись, то сейчас уже совершенно открыто кроют майдаунов, всех посылают, то есть поменялась ситуация. Уже совсем другое отношение, уже в большинстве своем народ просто смеется с майданутых. Ну, теперь скажите еще заключительный вопрос по поводу нашей клоунады с Навальным и с его митингами. Ой, слушайте, ой. Ну, скажи. Я же уже сказала, что
Дорогие товарищи москали, вы нам висите, как земля колхозу, потому что ходить на все эти сборища Навального после того, что произошло у нас в Украине, могут только полностью умалишенные. И причем, обратите внимание, вот смеялись над тупыми хохлами, которые по Майдану прыгали. Посмотрите, сколько у вас дебилов бегает по акциям Навального. Это при том, что вам с каждого утюга не вещают, как это охеренно прыгать по Майдану в кастрюле. Всего-то он по интернетику что-то там вякает. А представьте, сколько бы дебилов у вас прыгало по площадям, если бы у вас работало радио «Тысячи холмов» и вам вещало про злочинный режим и про то, как это охеренно крушить собственную страну на Майдане. Дебилов хватает в любой стране, которым делать нехер, дай им только попрыгать, особенно если там будет еще и кормить на шарика, чаем поить, бутербродиками на халяву. Сцену поставят. Поэтому нашим примером нашей разваленной, уничтоженной страны мы, можно сказать, спасли Россию от вот этого Майдана и вот этого разрушения. Но я очень боюсь, что Сорос все-таки вкинет все мыслимые и немыслимые ресурсы для того, чтобы все-таки попытаться раскачать Россиюшку. Потому что его уже черти тварину такую за воротник дергают. И все-таки, я так думаю, это последние выборы, которые эта старая мразь увидит в России на своем веку. Внимательно и осторожно. Мы тоже не воспринимали всех наших клоунов всерьез. И вот поди ж ты. Ну, сейчас сидят у нас в парламенте и веселят народ. А страна уничтожена. Буквально за копейки. Жутко. Да. Так что пусть наша тяжелая история послушает вам предупреждение. Я надеюсь. Татьяна, спасибо вам огромное и за предупреждение, и за ваши комментарии. Как бы мы с вами уже практически час общаемся, я знаю, что время ограничено, поэтому... Да. Меня требует меня на кухню прокормить пятерых здоровых мужиков не так-то просто. Да, хорошо. Спасибо вам огромное. И чату спасибо за ваши вопросы. Татьяна, ну, если будет такая возможность, может быть, мы с вами еще поговорим. Давайте, счастливо. Спасибо вам, всего доброго.